Начисление трудовой пенсии по инвалидности происходит после присвоения гражданину специальной медицинской комиссии одной из существующих групп инвалидности, это первая, вторая или третья. При этом у гражданина должен быть трудовой стаж, минимально допустимая продолжительность которого по законодательству РФ может составлять всего один день. В случае, когда инвалид не работал ни одного дня, трудовую пенсию при наличии категории нетрудоспособности он не сможет получать. Ему будут назначены социальные пенсионные выплаты. Страховая пенсия, согласно действующему законодательству, это ежемесячная выплата государством гражданину в связи с утратой возможности получать средства к существованию из-за проблем со здоровьем. Ст 3 ФЗ от 28 декабря 2013 года. Номер 400 ФЗ. Следует знать: при наличии отдельных заболеваний, которые в определенной степени влияют на трудоспособность человека, но не показаны для получения группы инвалидности, начисление страховых пенсий по инвалидности не предусмотрено законом. Условия начисления трудовой пенсии при получении группы нетрудоспособности. Заключение специальной медицинской комиссии об отнесении гражданина к категории инвалидов и присвоении ему группы инвалидности. Наличие трудового стажа. Периоды, которые учитываются при расчете стажа, если гражданин не осуществлял трудовую деятельность. Период нахождения на учете в центре занятости и получения пособия по безработице, несение службы в военных войсках, периоды временной нетрудоспособности, при наступлении которых выплачивалось денежное пособие, период по уходу за ребенком. Возраст ребенка до полутора лет, когда гражданин работал на общественных работах, период, когда гражданин ухаживал за недееспособными членами семьи. Важно, если инвалидность получена в результате умышленных действий по отношению к своему здоровью, то трудовая пенсия не начисляется. Базовые нормативные положения выплаты трудовой пенсии по инвалидности. Государство является гарантом ее выплаты. Ежегодно индексируется. Состоит из страховых перечислений, когда гражданин может начать получать трудовую пенсию по причине присвоения группы инвалидности. После того, как медицинская комиссия признает человека инвалидом, он имеет право на получение данного вида государственной поддержки. Ему необходимо будет обратиться в течение одного года после получения статуса инвалида в ПФ для того, чтобы ее получить. Важно! Данный вид денежных выплат носит заявительный характер, поэтому гражданину для получения трудовой пенсии по инвалидности необходимо будет написать заявление и обратиться с ним в отделение ПФ. Как оформить трудовую пенсию в связи с наступлением инвалидности? ПФ уполномочен заниматься вопросами, связанными с начислением трудовых пенсий, в том числе и связанных с наличием трудовой пенсии по нетрудоспособности. Следовательно, для оформления нужной пенсии необходимо обратиться в местное отделение данной государственной структуры, при этом предоставить несколько документов. Основные документы, наличие которых требуется для оформления трудовой пенсии. Паспорт гражданина РФ, справка, подтверждающая наличие группы нетрудоспособности. Ксерокопия трудовой книжки, трудовых договоров и другие, подтверждающие трудовую деятельность документы. Возможно, при различных обстоятельствах сотрудник ПФ может потребовать дополнительные документы, справка о величине заработной платы заявителя с последнего места работы. Документы, которые подтверждают, что у инвалида есть нетрудоспособные родственники, необходимы для получения гражданином доплаты к пенсии по его обеспечению. Документы, которые указывают место постоянного проживания лица. В этих документах должна быть информация о том, что гражданин проживает в границах РФ иначе право на получение трудовой пенсии на него не будет распространяться. Рекомендация. Сотрудники ПФ могут запросить предоставить другие документы. Для того, чтобы понимать, какие документы следует передавать в отделение ПФ, следует уточнить в местном отделении государственной структуры. Как долго выплачивается государством трудовая пенсия гражданину? Если человек получает трудовую пенсию, то выплаты происходят до момента, когда он умрет. Время выплаты трудовой пенсии, назначенной в связи с получением группы инвалидности, ограничивают ряд обстоятельств, а именно, временем, в течение которого действует инвалидность. Отдельная группа инвалидности, например, третья группа, может быть назначена на некоторый период. После его окончания выплаты государства по данному основанию не будут происходить. Наступлением установленного пенсионного возраста. Другими словами, до того момента, как начнутся иные виды социальных выплат. Для того, чтобы гражданину получать иные социальные или страховые выплаты, повторно обращаться в отделение ПФ не понадобится. Их начисление и выплата будет происходить автоматически. Например, если мужчине исполнится 65 лет, а женщине 60, возраст, который дает право гражданину выйти на заслуженный отдых согласно новым реформам пенсионного законодательства РФ, вступившим в силу с 2020 года, то пенсионные выплаты начинают производиться на иных основаниях. Величина пенсионных выплат в подобной ситуации будет определяться размером заработной платы и продолжительностью трудового стажа. Следует знать, если гражданин не имеет права на получение страховой пенсии, допустим, у него нет количества пенсионных баллов, которые минимально необходимы для назначения выплат по этому основанию, то государство выплачивает социальные пособия. Что включает в себя трудовая пенсия по инвалидности? Трудовая пенсия гражданина инвалида состоит из двух частей. – фиксированная составляющая. Ее размер определяется группой инвалидности. Утверждается правительством. Страховая составляющая. На величину страховой части пенсии оказывает влияние количество пенсионных баллов или пенсионный коэффициент. Отличия в размере суммы выплачиваемых пособий определяются прежде всего установленной категорией нетрудоспособности пенсионера ФЗ 3 октября 2018 года. Номер 350 ФЗ. Выплаты, фиксированной составляющей лицам в соответствии с принадлежностью к категории нетрудоспособности в 2020 году ФЗ 3 октября 2018 года. Номер 350 ФЗ. Величина фиксированной составляющей трудовой пенсии. РУП. Группа нетрудоспособности гражданина по заключению медицинской комиссии пояснения 2667,13. Для них предусмотрена выплата в половинном размере от базовой величины. В 2020 году Базовая величина составила 5334 рубля 19 копеек 5334,19 вторая лица, которые относятся к данной группе, получают к выплате базовую величину. 10668,38 первая для лиц, имеющих первую группу нетрудоспособности, предполагается выплата в двойном размере базовой величины. От чего зависит размер страховой части трудовой пенсии? Размер страховой части напрямую обусловлен количеством пенсионных баллов отдельно взятого человека, что оказывает влияние на количество пенсионных баллов. Количество баллов определяется годами трудового стажа и величиной обязательных платежей, которые перечислял в страховые фонды работодатель. Стоимость пенсионных баллов до 2025 года, ФЗ от 3 октября 2018 года. Номер 350 ФЗ. Стоимость одного балла, РУП, календарный год 116 рублей 63 копейки 2 миллиона 24 тысячи 110 рублей 55 копеек 2 миллиона 23 тысячи 104 рубля 69 копеек 202 тысячи 298 рублей 86 копеек 202 тысячи 193 рубля равно 2020 сколько стоит один пенсионный балл в 2020 году. Стоимость пенсионного балла была установлена в размере 87,24 рубля. Денежная величина оценки пенсионного балла непостоянна. Она зависит от года, в котором гражданин перестал трудиться и оформил пенсию. К примеру, в 2018 году стоимость балла была равна 81 рублю 48 копейкам, образец расчета страховой части. Васильев С.Е. не трудоустроен. На его лицевом счете в ПФ собрано 60 пенсионных баллов. Для определения страховой части необходимо будет найти результат умножения количества пенсионных баллов Васильева С.Е. Из стоимости в 2020 году один пенсионного балла, а именно 87 рублей 24 копейки, мы получим сумму, равную 5234 рубля 40 копеек, какие категории граждан РФ получают наиболее высокие трудовые пенсионные выплаты при наличии инвалидности. На пособие наибольшие по своей величине в данном виде могут рассчитывать инвалиды первой группы, которые заработали свой стаж в районах со сложными природными условиями для жизни, либо были участниками ликвидации последствий аварии. В Чернобыле либо на их обеспечении находятся нетрудоспособные родственники. Наиболее распространенные жизненные ситуации и их решение. Проблема ⁇ как определить величину пенсионных выплат при отсутствии страхового стажа. Решение ⁇ граждане нашей страны гарантированно получают социальные пособия. Они предназначены в первую очередь для тех, кто не имеет трудового стажа независимо от причин. Виды доплат государства к трудовой пенсии гражданина инвалида. Определенные обстоятельства жизни становятся основаниями для доплат к трудовой пенсии граждан рассматриваемой льготной категории группы инвалидности, наличие у лица родственников, жизнеобеспечение которых только от него. Количество таких родственников также влияет на размер доплат от государства, трудовой стаж и его продолжительность. Работа в районах со сложными природно-климатическими условиями. Место настоящего проживания человека. Так, например, если он живет в Москве, то кроме общегосударственных доплат, он может получать и доплаты, предусмотренные правительством столицы. Индексация социальных выплат. Общий размер всех социальных выплат оказывается меньше, чем прожиточный минимум в регионе его постоянного места жительства, ФЗ от 17 июля 1999 года, номер 178 ФЗ. Социальные услуги для граждан, оформивших трудовую пенсию по причине наступления нетрудоспособности. Кроме денежных пособий, граждане-инвалиды имеют право на получение от государства ряда услуг социального характера. ФЗ 17 июля 1999 года, номер 178 ФЗ. Такими услугами являются льготное приобретение лекарств по рекомендациям лечащего врача, возможность получения бесплатного лечения в учреждениях санаторно-курортного типа по показаниям заболевания, листу реабилитации, льготный проезд на транспорте к месту оздоровления и обратно к месту проживания. По желанию гражданина, предлагаемые государством социальные услуги, могут быть заменены выплатами в денежной форме. Отказаться можно как от всех услуг, так и от каждой в отдельности, частично получая денежные выплаты и пользуясь выбранными видами услуг ФЗ от 24 ноября 1995 года. Номер 181 ФЗ. Максимальный размер денежной компенсации при полном отказе от всех социальных услуг для граждан с различными категориями нетрудоспособности в 2020 году составит первая категория 3782 рубля 94 копейки, руб. вторая категория 2701 рубль 62 копейки, руб. третья категория 2162 рубля 67 копеек. Руб. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!